Друзья, в рамках тренировки собственной интуиции необходимо уметь владеть своим внутренним состоянием, эмоциональным состоянием, чувственным состоянием, чтобы ваши внутренние вот эти волны, эти фантазии не могли искажать восприятие реальности. Ведь вы принимаете интуитивные решения только на тех сенсорных сигналах, на тех обстоятельствах времени и ситуаций, которые происходят вне вас. И вы внутри осознаете через подсознание и находите тот алгоритм, который у вас уже есть. И это и есть интуитивное принятие какого-то решения. Но когда у вас внутри эмоциональные бури, чувственные негодования, они сбивают вот это восприятие, и вы уже не можете воспринимать. И мы с вами начнем заниматься владением эмоциями, созданием внутреннего ровного, экологичного, эмоционального и чувственного состояния. И тогда не только тело у нас в равновесии, но и эмоции в равновесии, вот эта гормональная буря не будет мешать принятию вот этих интуитивных решений. Часто это бывает, интуитивное решение принято во время транса, ну, как некоторые сна, смотрите там мои ролики о Менделееве или о других вещах. Так важно, чтобы владеть своим эмоциональным аппаратом. Поэтому в этом ролике, который предлагает вам заняться этими упражнениями, владение эмоциональным своим состоянием, я задаю вам вопрос, вы попробуйте ответить. Что такое владеть эмоциями? Многоточие, вы продолжите эту фразу. Что такое владеть эмоциями? Следующее. От чего зависят ваши эмоции? Продолжите. От чего зависят? Просто перечисляйте, может быть, распространенно напишите. И третий вопрос. Эмоции – это данность или это состояние, которое можно изменить? То есть, как на третий вопрос вы попытаетесь ответить, что все, эмоции захватило, и, как говорится, идем вешаться. А может быть, что-то в нашей консерватории не то? Вот давайте поговорим на третий такой распространенный ответ. Итак, можно ли владеть эмоциями? От чего зависят эмоции? И насколько мы вправе отдаваться вот этим эмоциям? А может быть, мы хозяева своих эмоций? Вот это очень важно. Напишите мне эти ответы, и мы будем тренироваться. И вы будете владеть эмоциями так, как великие артисты на сцене, или как и я. Я тоже артист. Весь мир театр, и люди в нем актеры. Посмотрите, сколько роликов у меня про эмоции. Это очень важные моменты. На связи.